пошло. Сейчас еще дебу залью и нормально будет. Опять столик здесь, все это снимать надо будет. Ой, такие пироги. Короче говоря, я не снимал до этого. И сейчас, как приеду на границу, поставлю камеру сюда. И буду для вас снимать. Вот так вот. В Норвегию, когда заеду, ну, примерно 200 километров вообще ничего интересного не будет. И все. А потом начнется горы, подъемы туда-сюда. Ну, короче, прикольно будет. Так что сразу я редактировать это тоже все не буду. Выйдет примерно 10 серий, я думаю. И начну только через месяц первые видео выставлять. То есть, когда я буду дома, и дома на нормальном компьютере смогу это сделать. Так что вот так. Ждите новых видосов. Будет круто. Норвежскую природу.